меня скалы – это кайф, это, ну, вид отдыха, вид активности. И я всегда езжу на скалы отдыхать. Скал в мире и на планете Земля очень много. Столбы, допустим, это обычные гранитные останции, которых очень много в природе. Но уникальность этого места в том, что оно расположено рядом с большим городом, с мегаполисом. То есть буквально в шаговой доступности от города. И поэтому на столбах сложилась определенная культура, здесь сообщество скалолазов, столбистов, альпинистов. Ходим сюда, лазим на столбах круглый год. Потому что можно прийти сюда после работы, доехать на автобусе, прийти, прибежать, так сказать, после работы, полазить. Есть у нас два входа в заповедник Столбы и таких два района. Это центральный и Токмаковский район, это восточный вход. В Токмаковском районе много спортивных маршрутов и таких любительских. Например, на Токмаке есть кежма, есть цирк, есть мультипичи разные, то есть там серьезные оборудованные маршруты от пятерочных и до восьми категорий сложности. И также недалеко от Токмака есть китайская стенка, там в 2 километрах буквально. Там 54 маршрута от 5C и до 7C сложности. Многие думают, что сезон у нас такой очень короткий. На самом деле на Токмаке я лазала уже в марте. Я бы рекомендовала приезжать где-то в августе, в сентябре. То есть не жарко, не течет. Ну, понятно, тебе там надо греться, но это спортивные лазательные кондиции, самые идеальные. Чтобы лазить красноярские маршруты, достаточно 50-метровой веревки. Ее, в принципе, везде хватает. Ну, для большего комфорта лучше взять 60-ку. Вот. Комплекты оттяжек из 15 штук тоже на все хватит. На любую трассу. На центральном входе, на самом верху, есть домики на кордоне на Рым. Там же есть кемпинг, там палаточный. Вот, он находится в шаговой доступности от центральных столбов. Ну, в общем, бессмысленно на восточном входе где-то ночевать, потому что он очень близко к городу, всего там все скалы в 2,5 километрах. Можно пешком прогуляться, это поход одного дня. Весь день полазил, вечером вернулся назад, 2,5 километра, это максимум, там, 30 минут пешком. Вот эта уникальность этого места именно, мне кажется, заключена в людях, которые сюда ходят, которые лазят по скалам, по столбам, общаются и создают эту тусовку,
Поэтому всегда можно найти компанию, чтобы полазить, и всегда вам помогут, расскажут, помогут подняться на скалу, покажут маршруты. Приезжайте к нам на столбы, у нас место силы.